Всем привет, дорогие друзья, с вами Ваня С6. Сегодня мы играем в игру под названием Need for Speed. Да. No Limits. Да. Итак, сейчас у нас Так, мы должны прийти первым. Так, у нас сейчас задача, вот, в принципе, прийти первым, все. Мы переходим первыми, хотя я, в принципе, ничего не делал почти. Офигенная, если честно, анимация. Даже дыма нет. Ну ладно. Все, вот таким, то есть... Если у нас даже ничего. До колея еще расти в целом, но неплохо. О, вертик. Нам пора валить. Твои трюки привлекают нездоровое внимание. Нездоровое внимание? Не надо отвлекаться от поклонников и встречаться со мной в гараже Ким. Не поцарапай мне машину. За нами едут полицаи, да? Так. Ну, как я понял, сейчас у нас задача уйти от копа. Это было красиво очень. Прикольно придумано, то, что надо было копов перепрыгнуть. Это очень круто. Простите, ребята, то, что не так долго не выходили видео на канал. Просто я бы, к сожалению, не мог сделать никак. Ой. Не, анимация, в принципе, проработана. Конечно, новый Need for Speed на компьютере, он круче, конечно. Я просто в него тоже играл. Только не на своем компьютере, а на другом. Что, вы видели, какой у меня компьютер отстойный? Ладно. Но скоро, может быть, не... Я куплю себе новый компьютер. И... Как бы... Да, пожалуйста, грузовые... Дюки. Доки, извините. Через них я прожил... Blacktridge... контейнеры с чертежами машин, деталями и материалами. Что... Социальная ценность и сохранить. Спасибо в качестве награды твоя за премиум контейнер. К
круто, нам дали Субару. Тем тебе везет. Тут достаточно тяжело, чтобы построить машину. Давай соберем ее в гараже. У нас есть теперь Субару, офигенно. Новая машина завершена. Отлично, отличное начало. Я позвонила другу Тайлеру. Может, он поможет тюнингом этой красотки. Машина базовой комплектации деталей от производителя, но нет материалов. Тут я ничего не могу поделать пока что. Тут поможет гонка в компании. Согласно правилам, победитель получает материалы. Офигенно. Нанеси визит в компанию и дуэйн со своими угонщиками обратит на тебя внимание. Они обожают свои тачки. Да мне все равно. Я хочу гонять. Ой, блин. Я случайно зашел в гараж. Так, нам не нужен гараж. Так, магазин. Нет, компания. А, вот компания. Тебе понадобится имя, если ты хочешь гонять везде, как людям тебя называют. Как людям тебя называют? Сейчас я наберу себе. Имя топовое просто. Топовое имя. Никто не ожидал, да, такого имени, да? Да, круто, да? Офигенное имя, да? Прикольно придумал. Ладно, 6, да? Клёво. Теперь давай... выиграть гонки. Спасибо. Так, ясно. Постой-ка, ты новый водитель, Ким, да? Твои гонки с королями расшевелили копов? Мне такой стиль нравится. Как насчет того, чтобы мои угонщики помогли тебе катать твою новую тачку? Наши новички прямо рвутся в бой. Берем Субару. Нашу красивую Субару. Посмотрите его силу, как бы, не знаю, сила или... Короче, машину. О, Форд, кстати, прикольно. И мою Субару. Пацан, тебе нет шансов. Смешно. На таком даже по России не поедешь. Интересно, что будет, если я его подрежу? А нет, урон наносит, смотри-ка. Ты ж камнюк. Круто. А что будет, если... Интересно. Прощай, братцы. Чтобы здесь урон дойдет до конца. Хм, я до него дотронулся, ну ладно. Уходим от него, чтобы наверняка. Он нас не догнал. Зинь. Давайте на нитро. Короче, круто, мы выиграли, потому что мы 100% его выиграли. Далее. О, каточка, наверное, карточка. О, маховик. Ты молодец! Мы добили материал. Загляни в гараж, когда будет минутка тебе. Для тебя, возможно, еще есть надежда.
ГГ. Так. Параш. Нормально, что у нас скорость добавилась. Видишь? Не уж материка, но придется со своими сменами работать на вот таких людей. На таких вот людей. Маркус еще та заноза на лаборатории его семьи. Настоящий Эльдорадо. Черт, как же я по ней скучаю. Вообще на него внимание. Если будешь повышать свою репутацию, мы добудем тебе твои новые машины, детали и так далее. Короче, продолжай выигрывать гонки компании, и вам с Тайлером будет с чем повозиться. И так. Нитро. Так, ну все, короче. Сейчас мы идем опять в компанию. Катаем еще гоночку. А, господи. На время нужно. На время. Чё тут эта тачка, не понимаю. Мы же одни будем. Ну ладно. Мне, в принципе, без разницы. Что это такое? Что даже сделать с этой машиной? А это копы, господи. Мы его должны, типа, побить или что? Странно, что это он едет, если он должен меня догонять. Все, заработано ноль. Прекрасно. Так, стоп, сначала давайте идем в магазин. Тьфу, магазин, гараж. Лучше в нашу машинку. Так, вот теперь можно идти и рвать этого пацана на куски. Мы сейчас на Изи разорвем. А, нет, тут не пацана. На моей субарке мы поедем опять на скорость. А, да. А, на перегонки. А, ну да, все правильно. Со временем. Заезд через Мэй 3. Ой, тихо.
А, вот, ворот, господи, я то и думал, там типа стена, я и не вижу, такой, чего, куда поворачивать, в смысле? Тихо, машинка. Ой-ой-ой. Я 100%. Ну ладно. А почему у меня с правой стороны сиденье, в смысле? Субару серьезно с правой стороны сиденье? Вот это поворот, я не знаю. Если бы осталось бы один, я бы угорал дико. О, у нас новый уровень. Good game, иди. Бла-бла-бла. Таинственный приз. Так и думал. Круто. Круто. Ничего себе. Ладно, я думаю, на этом можно будет закончить. Мы продолжим в следующей серии. С вами был 26. Всем удачи, всем пока. Не забудьте подписаться на канал.